Посмотрите, сколько еще яблок. Это Антоновка. Вот так что 22 октября. Ну ладно, не в этом суть. Хотела показать немножко другое. Илона. Так, что хотела? А, вот. Знаете, что хотела показать? Показать. Ой, господи, вот посмотрите. Это столько слив. Это жуть. Скорее всего, мы ее будем убирать. Она падала сколько. Ужас, ужас. Так, это ужасно. Смотрите, посмотрите. Так, и так везде. Она, наверное, метров, 4 метра. Она вся усыпана сливами. Да, наверное, уже, наверное, видишь, 10 точно собрали. Так, и опять не об этом. Лилончик, где? Так, все, холодно. Посмотрите еще. Красотка. Хорошая погодка. Вот. Хотела спросить, может быть, кто знает, что за травка. Что за травка такая уходит в зиму. В зиму она уходит вот такая зелененькая. Уже не полю, естественно, да? Так что особо не обращайте внимания. Это такая сока, что ли? Листья такие желтые. Цветет она такими сиреневыми колокольчиками. Это не хоста. Вот она дает усы такие и вот такие деточки. Видите, вот сколько у нее деточек. Но не агрессивно. Вот она растет, наверное. Так, холодно, извините. 4 года. Ну, вот такая красотка. То ли сока, то ли... Но цветет. Цветет именно как хоста. С сиреневыми такими штучками. Сейчас я еще покажу в одном месте. Так что вот у нас холодина холодишная. Вот. Вот тут у меня такой барбарисик. Вот эта елка. Смотрите, как я разломала грушу. И что? А, вот, вот она. То же самое. Это она. Ну вот сколько она тут, наверное, 3-4 года. Это. Ой, как ее называют-то? Вигелка. Не укрываю. Такими бордовыми цветет. Вот она 4 года. Вот, дала, наверное, одну деточку. Вот такая интересная сока, не осока. Ну, осоки, я так думаю, не цветут колокольчиками. Да? Сиреневыми. Вот что это за растение? И в зиму оно вот такое выходит. Вот такое оно выходит. Зелененькое. Типа вечно зеленое. Да. В общем, интересно, растение, кто знает, я вот не фотографировала, как оно цвело. Ну вот, как-то вот так вот. Вот такие вот дела. Видите, как у меня. А, это сосна горная. 4 квадратных метра заняла. Ну вот, так вот, все уже пожухло, но не все, но многое. Но сливу, наверное, придется убрать. Посмотрите, что делается. Это ужасно. Так, ладно, все. Пока-пока. До новых встреч. Пока.